сегодня создала игру, где нужно переодевать куколку, используя дополнение распознавания руки. Вот сейчас вы видите, моя правая рука распознается, и теперь моя левая рука распознается. Отлично. Как мы будем одевать куколку? Кликаем на любой из четырех спрайтов. У нас здесь два спрайта платьишка, спрайт шляпки и спрайт ботиночек. Например, оденем ботиночки. Кликнули, Теперь с помощью распознавания руки мы эти ботиночки переносим в сторону куколки, деваем ей на ноги. Готово, одели. Берем платьишко и сейчас одеваем это платьишко на нашу куколку. Отлично, она одета, а бута. И давайте ей шляпку тоже одеть. Вот эту шляпку на голову перемещаем. Все, наша куколка готова. Останавливаем игру. Снова запускаем флажок и попробуем одеть куколки вот это зеленое платьишко. Оно у нас особенное. Сейчас при нажатии на клавишу пробел происходит смена наряда прямо на кукле. А мы продолжаем ее одевать. Отлично. Ну, как вам такое передевание?